школу. За пятерками. Уже завтра Лиза и Сева, герои нашего сюжета о модных прическах для школьников, пойдут на праздник, посвященный Дню знаний. Но какое же 1 сентября без букета цветов? Мы решили узнать, какие композиции популярны в 2016 году. Сначала мы обратились к профессионалам в студию флористики и узнали много интересного. Завтра 1 сентября, и мы, флористы, готовимся к этому дню. Особенным образом мы делаем заготовки, чтобы букетики наши были осенними, тематическими, трендовыми. Для своих любимых маленьких покупателей, которые в этом году идут в школу, мы приготовили несколько очень интересных букетов, которые понравятся им и их учителям. Это букетики в коробочках, которые удобно и дарить, и нести. Это букетики в кульках, которые вообще не занимают руки у малышей, их удобно нести и получать. Также они очень интересно выглядят и необычно. Заворачиваем мы букеты в очень модную в этом сезоне крафт-бумагу. На контрасте с ее грубой фактурой нежные цветы смотрятся еще более изысканно и нежно. И тематические букетики на каркасах. Это мы делаем всегда, и в этом году тоже не исключение. Особой популярностью пользуются украшения, дары природы, гроздья рябины, спелые яблочки. Универсального решения для букета не существует. Каждая композиция – яркая индивидуальность. Много лет подряд остаются актуальными традиционные для праздника цветы – розы, хризантемы, герберы. Но существуют и новые веяния, например, украшения из натурального хлопка. Стараемся радовать ассортиментом своих покупателей. Стараемся привозить разные интересные цветы, необычные, которые не так легко найти. Однако традиционный букет из цветов – вещь хоть и популярная, но не очень практичная. Гораздо более долговечными могут стать интересные композиции из воздушных шаров. Хорошей альтернативой букету из живых цветов может стать букет из ШДМ – шаров для моделирования. Букет из шариков заметно выделяется на фоне простых букетов, и человек, которому вы его подарите, будет рад и будет улыбаться весь день. И, конечно, многие школьники на 1 сентября могут принести букеты из цветов, выращенных на дачах и огородах. И ведь самое главное – это не подарок, а внимание.